любимый, я все. Мне сделали шоколадное обертывание, мне сделали массаж горячими камушками. Так что спасибо тебе большое за этот день спа. Вот просто спасибо. Ну, как тебе? Ну, ладно. Ты хотя бы попыталась. Пожалуйста, приходите еще. Ань, не пусто. Пожалуйста. Яйца мелкие, курица старая, а вон рыба свежая. Побойся Бога, мамаша живая еще. Ну я, знаешь, это тоже живая еще. Не-не-не, тьфу, дрянь, не рыба, дрянь. Тогда свежая. Как мне все это надоело. Каждый раз одно и то же, постоянно. Нет, ну сколько можно говорить, сколько можно объяснять? Я не понимаю. А здравия желаю. Здравствуйте. Не вы Сережку потеряли? Я. Ага. Идите к администратору и заберите ваше сокровище, пока мы его в отрезвитель не упаковали. Так он же... Сережа! Сережа! Народ. Полотенце еще. Мне! Воды. Ну че ты, а? Не больно? Нет? Ай, ты... Че? Ты какой-то расслабленный, слушай. Да метро цыган свинь. На операцию денег попросил. Да ты че? Ты че, дал? Ну, дал. Много? Немного. Но операцию сделать придется. Ну че, пошли. Пойдем. Как больно! Это просто невероятно больно! Понимаю. Это какая-то невыносимая боль. Марина, посмотри! Марина! Ну скажи мне, когда-нибудь закончится эта черная полоса в моей жизни? Конечно. Ты же не вечная. В общем, конечно, жуткая история. А вообще? Вообще, не дай бог каждому. Да вообще, повезло, считай, в рубашечке родились. Ну. Да хорошо, Васькина смена была. Ну все, уснул, грабитель пришел, все унес. Конечно. Ну его и уволили. А так бы, если бы я дежурил, меня бы уволили, я-то тоже сплю. Ну да. Да так, а, ну, мне тоже повезло. Я ж цокольный этаж, ну, я ж не видел ничего ей. Я и не рассказал ничего. Угу. Вот, ну, вор тоже, ну, согласись, вообще странный человек. Я как, ну, открыл сейф, да, там понятно. Взял из сейфа деньги, драгоценности, там ячейки, понятно. Ну, зачем он взял жену директора, вот непонятно. Да не, это как раз понятно. Чё? Ну, это чтобы директор его не искал. Это же очевидно. Да, кстати, да. Ты давай, чипсы даешь. Ага.
Да, кстати, реально, да. В общем, странная история, конечно. Еще. Да. Кручу-верчу, запутать хочу. Угадай, шарик где, получишь домик в Караганде. Так, где шарик? Ну, шарик где? Где шарик? Я думаю, вот здесь. Опа-на, нет шарика. Товарищ милиционер, господин полицейский, у вас здесь знаете, что происходит? Меня только что наперсточник просто обобрал до нитки. У вас здесь наперсток играют, а вы ничего не делаете. Вот идите и разберитесь. Да, нашла дурака. Я вчера у него 3000 проиграл. Здорово, Юрич. Ты... Здорово. Ты откуда такой цветной? Цветной? Ха! Я с охоты. Ха-ха, чего? Гусь дикий попался? Не, гусь нормальный. Хозяин диковатый какой-то. Выйди из магазина, понимаешь? Не надо ее трогать. Заплати за нее. И опа! Хоп! Так вот, Петр. Выводы из имена по поводу нашего прибора, мне кажется, совершенно ошибочным. Что случилось, Семен Петрович? Да нет, ничего. Просто у меня ботинки на 2 размера меньше. А. Так вот, я написал статью. Я хочу, чтобы ты ее почитал, потому как, ну, одна голова хорошо, а 2 сапога пара, как говорится, да? Семен Петрович, вы простите меня, а почему вы носите ботинки на 2 размера меньше? Ну, в общем, ты знаешь. Жена у меня старая, некрасивая, и к тому же готовит отвратительно. Сын, идиот. Я не знаю, закончит он институт или нет. Теща все время пилит. Так вот, у меня только одна радость. Когда я прихожу домой, снимаю ботинки. Хорошо. Очень хорошо. Хорошо. А вот это очень-очень хорошо. Очень хорошо. Доктор, а что хорошо? Хорошо, что не у меня такое. Ну, дети, ничего, жить-то будем, жить-то будем. Ну, будем? Ну, недолго. Так, на, держи, чай с мятой. Ешь. Рассказывай, что случилось? Он меня больше не любит. Опять 25. Ну что на этот раз? Я не знаю. Ну, будем разбираться. Ты еду ему готовишь? Нет. Мне кажется, что к еде он равнодушен. Равнодушен к еде. Ира! Так, спокойно. То есть он у тебя не хочет никакой вкусняшечки, там, пирожочек, ватрушечку? Нет, мне кажется, его это совершенно не интересует. А тогда зачем у тебя весь дом уставлен кулинарными книгами? Зачем? Я не знаю. Я не знаю, но он мне почему-то их дарит и дарит, дарит и дарит. Не понимаю. Думай, Ира.
Думай. Нужен отдых. Не, ну что, ну я-то отдохнул. Ну, немного. Я тут с друзьями на дачу к теще мотался. Ну и чего? Природа, красота. Мы, ну, знаешь, по соточке. Потом еще по соточке. Потом еще по соточке. И еще по соточке. Ну так а дальше-то что? Че дальше-то? Тогда обеда 12 соток и вскопали. Каждый крестьянин был в третий раз. Петрова, это 5. Садись, Петрова. Можно, Ирина Петровна? Входи, Вовочка. Я все. Точно все? Точно все. Точно все окна покрасил? Все. Только вот у меня один вопрос. А рамы тоже надо красить? Вова! Ну-с, Александр Сергеевич... И в каких войсках вы желаете проходить службу? А, в ПВО хочу. В ПВО возьмете? Александр Сергеевич. Ну что? Что вы эти справки смотрите? А, что-то у вас нервишки, смотрю, пошаливают. Да, нормально у меня все с нервишками. Тесты все прошел. Че там? Вот так пройти надо было. Все в порядке, доктор. Стрелять из пушки могу. Че еще надо? Зубы белые в ПВО. Слух в порядке в ПВО. Голос в порядке. Я в ПВО. Не знаю, там не курю в ПВО. Не пью в ПВО. Все просто. Стрелять могу по 15 самолетов. Александр Сергеевич! Откуда у вас такая нездоровая тяга именно к ПВО? Так я у аэропорта живу, что здесь непонятно, доктор? ПВО. О, читай по губам. Так бы сразу и сказали. Ну, нормально. Проходите, раздевайтесь. Сюда? Туда. Да. Стасик, нафига, ну 2 часа тебя жду. А, здорово. Ты тут, оказывается, я тебя искал. А что у тебя с лицом-то? Тебя где так угораздило? Да что где угораздило? Летающая тарелка столкнулся просто. Да какая летающая тарелка? Где ты ее вообще нашел? Что случилось? Да у меня это, ну, жена запускает их просто. Вась, что происходит? Вась, вы
выпей водички, а. Да не хочу я водички. Вася, я тебя в последний раз спрашиваю, что происходит, а? Ты мне спать всю ночь не давал, ворочишься. Не хотел я расстраивать тебя. Ну, в общем, денег я у Кольки занял. Отдавать нечем. Так. Понятно. Коля! Коля! Клав, ты чё? У тебя мой Василий деньги занимал? Ну, занимал. Ага. Так вот, он их тебе не отдаст. Ты чё? Как... Стой! Васенька, все, можешь спать спокойно. Теперь пусть вон Колька ворочается. Уважаемый Аполлинарий Аристархович, я прошу руки вашей дочери. Видите ли, юноша, для начала я должен испросить позволение великого дракона, как это делали мудрецы Востока. Аполлинарий Аристархович, в этом нет необходимости. Почему? Я уже получил благословение вашей супруги. Как? Я уже получил благословение вашей супруги. Прошу, прошу. Чем занимаетесь? Да, понимаете, товарищ старший сержант, машина подъехала, две девчонки из нее вышли, ну, метелили меня, деньги сотовые забрали, в машину прыгнули и уехали. Ха. Направление запомнили? Да, куда? Так, а номера? Ну, у одной третий. А у второй на пятый потянет. Привет. Ты мне ничего не хочешь сказать? Хочу. Сегодня в ресторане столько баб было. А ты у меня самая лучшая. Пивасик заказывали? Ясен перец, ну. Слушай, Андрюха, а ты где сейчас работаешь-то, а? Я? Ну, нигде, а ты? А я напротив. Домой.
Ты что делаешь? Здравия желаю, товарищ прапорщик. Так это, по приказанию протираю пушку спиртом. Чего? Ты что, с ума сошел, что ли? А ну отойди. А. Смотри, как надо. И тоненьким слоем. Вот так. Тоненьким слоем. Так. Значит так, друзья мои, тот из вас, кто в этом месяце перевыполнит план, тот получит шоколадку. Нам бы зарплату. Ну вот, начинается. Ну, шоколадку-то я уже купил.